Привет, народ! И это Final Fantasy 15, DLC с Гладиолусом, и мы, как я понимаю, идем в финальный, на финальный бой. Может быть, нет, то есть я не уверен. Это будет третий бой. И перед тем, как мы начнем, я хотел вам порекомендовать такой канал Унтер-офицер Шмидт. Ссылка на него в описании. Чем занимается этот парень с классным немецким ником? Мне вообще нравятся всякие ники типа Унтер-офицер-то, они прикольные. Он снимает этот Warhammer и Stonehith. Очень классные игры, я... Не особо Warhammer, ну, не то чтобы как-то мое детство, понимаете, с ними связано. Мне кажется, Warhammer — это та игра, в которую ты играешь в детстве, или вообще просто, которая тебе запала в душу, и вот ты тогда начинаешь любить серию. Я как-то вот серию Warhammer, ну так, вот мы поиграем в новый Warhammer, который выйдет 27 апреля. Думаю, будет интересно. По-моему, Dawn of War 3 называется. Посмотрим, вообще классная игра. Вроде как должна быть. Попробуем ее. Я давно в такое не играл. В общем, если вы любите Warhammer, заходите к нему на канал, оцените. Ссылка в описании. Теперь нам пора на испытание. О, постой, что тут? Классная штука. Зелье. Без зелья никуда. Кстати, можете подписаться на... и зайти в контакт, добавиться ко мне, друзья. Тот, кто защищает края, должен обладать закаленными мускулами и неистовой отвагой. Если не будет того и другого, то щит разрушится. Ну черт возьми, это логично. Я думаю, что вы бы не стали нанимать меня на защиту короля, то есть... На должность короля я согласен, на защиту, извините, я не создан для этого. Душа стойкости, подходи, проверим твою стойкость. Чё-то не очень стойкая душа, правда? Вот эта душа стойкости, иди сюда, а. Парень, ты подойди поближе, у меня колонна большая, но не настолько. Все нормально. С колоннами даже как-то, ну, по-читерски получается. Как будто я что-то обманываю. То есть у меня огромная колонна. Естественно, я могу ей раздербанить любого врага. Пойдемте вперед. Опа. И все равно наполнение местами кажется кривым. Вот эти проходы и... Вот ни у кого не чувствую, что оно какое-то кривое. То есть, как будто его делали на скорую руку и просто потому, что надо. Ну, потому что и на... Ну, то есть, по сравнению с уровнем вообще всей игры, насколько вся игра была проработана, не знаю, это дополнение кажется каким-то простоватым. Хотя, может быть, игре не хватало какого-то соревновательного режима, может быть, все-таки что-то такое хочется. Я очень жду, что Dark Souls, дополнение к нему, окажется классным. Я в него еще не играл. Оно у меня по секрету, скажу, уже качается, так что окей, поиграем. Только что сейвов моих личных у меня не осталось, но это ничего. Это не страшно. Ну давай же, да встань туда их колонной. Парни, отходите. Вас много, я один. Колонна тоже одна, к сожалению. Так, теперь идем и разберемся с Инадуру. Инадуру. Возьми, а даже... Ух ты, может быть, ты сам... Кор, может быть, ты сам справишься? Мне кажется, я тебе вообще не нужен. То есть Кор просто взял 4 хаурона и нанес. Я и наношу 500. Зачем? Спрашивается, зачем здесь нужен я? Я даже ударить ее не могу. Она просто берет и лупит. Лупит и лупит. Успокойся. Ух. Черт возьми, я умер. Я понимаю, что не нужно лезть, когда плюется ядом, но черт возьми. Хрен разберешь, чем она когда будет заниматься. Затоплит врага, который торчит в стене и раздражает своим нахождением. Там, где он находится. Сейн, не то, что должно было на нее подействовать. Не успел вовремя уклониться. Что-то не знаю, мне не везет с этой тварью, она какая-то трудная. Что у нее хвост вылезает просто из ниоткуда? А, не, он откуда-то сверху. У него торчит, похож на скалопендроморфа какого-то. Из Ведьмака. Или на корень дерева, который одичал. Дерево, усмири свои корни. Они у тебя малость диковаты. Улучшай. Еще пара ударов, и оно сгинет. Постой, оно сгинуло? Да. Так, я, секундочку, немножко надо подлечиться. Спасибо. Все, теперь я отделаю вас, засранца. Тебе ждет испытание. Докажи, что готов стать щитом избранного короля. Ноктис Люцис Хеллу. Кстати, спасибо огромное за позитив, за те очень приятные комментарии. Я знаю, многие хвалили за озвучку Final Fantasy 15, особенно в личке ВКонтакте. Я был такой просто. Это было приятно. То есть. Спасибо.
Это было круто. Душа стойкости защищает своих лучше, чем я. Я думаю, он хочет попробовать бурю. Да, им понравилось. Им понравилось. Видите, как они прям легли ниц. Перед более сильным противником, чем они. Ну-ка посмотрим. И по сути мы теперь можем блокировать даже самые мощные удары за... после последнего испытания. Что же, нас ждет следующий большой бой. Проход открыт. Посмотрим, какой босс нас ждет теперь. Но есть не настенная макулатура, потому что чертов корень мне не понравился. Будь честен, щит короля не лжет никому. Даже себе. Ты проще сказать, чем сделать. Перед собой быть честным на самом деле сложнее всего. Потому что, ну особенно многим людям сложно признать себе что-то. Например, что, возможно, ты не настолько хорош, как тебе хотелось бы. У меня такой проблемы нет, но... Я знаю, у многих есть проблемы с тем, чтобы признать, что проблема в них. Понимаете, самое сложное признать, что я являюсь проблемой, а не кто-то. Вся проще свалить на кого-то. То есть, ну, я думаю, у всех такое было, что ты сваливаешь проблемы на кого-то. Или какие-то свои недостатки. Ты говоришь, вот этот чувак, вот он виноват. Или ты виноват, они виноваты, мои родители виноваты. Но только не я. У всех было. О, черт, как же я люблю этих тварей, которые вылезают из грязи. Вот Эдикс говорил, что лучшие розы растут из грязи, но черт, по-моему, это Хумбаба. По-моему, это Хумбаба не тот случай. Это вообще, в каком месте это баба? По-моему, это мужик. По-моему, меня обманули насчет гендерной принадлежности этого зверя, который просто убил меня одним ударом. Ух ты. Кстати, Гладиолус только что сматерился, сказал, сука. Поехали, Гладиолус. Я бы такую Хумбабу видео тоже сказал, сука. Как у вас дальние атаки нет? Очень хочется какую-нибудь классную дальнюю атаку, если честно. Неблокируемая! Кстати, заблокировать атаку не вся получается. Тут не как в некоторых играх, что анимация прерывается и происходит блокировка. Тут если у тебя идет анимация удара, то ты заблокируешь... А, это, по-моему, нельзя взять, окей. Заблокировать атаку не получится. То есть вот у меня была анимация удара, и я ничего сделать не могу с этим. Я должен, по сути, выжидать, пока противник там... Дали ты только потом. Ох ты, ух ты, сейчас лучше уклониться, он стал сильным. Она, оно. Хумбаба, тихо. Хумбаба разбушевалась не на шутку. Иди сюда, Хумбабка. Получай землетрясение, мне Ванус. Ой, тихо. Господи, какое ты злое. Не трогай, не надо так себя вести. Ну опять возьми. Помню, что бы я ни делал, но только злиться. Напоминает тетю Зину из Хлебного. Ну, знаете, та Зина, которая на четках считала, как давно Хлебным. И я помню, как мы с отцом ходили в Хлебный, покупали вкусный вообще хлеб потрясающий, который сейчас хрен где найдешь. И в чем был прикол этого хлеба? А да в том, что ты стоишь, и как бы там есть женщина, которая... Как бы тебе считает, сколько он заплатить, пробивает чек, а потом ты идешь к следующей женщине, которая уже этот чек нанизывает на шпик и дает тебе, собственно, хлеб. И вот это было необычно. Сейчас этого, естественно, нет. Но вот это было странно тогда. Всем я думал, а зачем так делать? Почему? Они, по-моему, чтобы руки не пачкать. Чтобы хлеб чистыми руками так делали, что ты платишь в одном месте, а потом уже оплаченный чек отдаешь другому. То есть идея была в этом, но с тех пор, как появились супермаркеты, нужда в этом просто исчезла. Только хлебушек с полки ты берешь сам. Хотя это тот хлебный магазин, кстати, в моем родном городе, он еще стоит, и там до сих пор можно купить хлебулю. Хотя нет, хлеб там уже черт, стал уже никто не купил. Я как-то ходил, то есть чувство ностальгии, представьте себе пустой магазин. Мне кажется, я уже сам разъярился, и, по-моему, это уже теперь не
Не, я... Чёрт, я только хотел сказать, я разъявился. Это же не баба должна меня бояться. Не тётя Зина, а я... Да не, наоборот, не я тётю Зину, а тётя Зина меня должна уже бояться. Потому что я стал более суровым. Кстати, это сложно внезапно отдавать, насколько тетя Зина, знаете, глазастая, туда даже ты со спины бьешь, а тетя Зина такая, я ждала тебя. Меченый. Я ждала тебя, не горящий. Опа, 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 сзади. А кто же знал, что? Они немножко пробили меня, тетя Зина руку накачивает на всех плечах. Черт, озеглать, вот и снова сдох. У меня так кухо пеник вообще не останется. Бывает, что та сейчас злая. Ух ты, ух ты, уходи, уходи. Сейчас позиция плохая, вообще не вижу, что происходит. Можно уйти, уйти хочу. Просто, понимаете, зажали у костра, и камера как бы не все. И ты ни к чему не видишь, и тебе не нравится так играть. По-моему, что бы я ни делал, мне только хуже становится. Может, просто стоять и дать себя убить, а? Черт, а баба Зина оказалась жесткой натурой. Больше не буду в хлебный ходить. Давайте, кстати, звук подкрутим, а то что-то я... Мне кажется, громковато, громковатый бой был. Вот так будет лучше. Просто эти боссы становятся очень громкими. Тебе осталось лишь одно финальное испытание. Какое же? Спросите вы. Я отвечу. Черт его знает. Гладиолус прошел третье испытание душ. Его клинок усилен аурой. Называющий носитель он Гильгамеша. Молодец, может ты действительно на что-то способен. Может быть, но об этом судить не тебе. Верно, с таким опасным противником, как мастер Гинка, ты еще ни разу не дрался. Нет, ну что, мы дрались уже с ним. Правда, он меня раздербанил за минуту. Пора сделать привал, но это не было не в счет, мы тренировались. Я испытывал себя. Мы уже играем час 16, ну, наверное, чуть меньше, потому что я отходил и развлекался с платочками, этап номер 3. Но я думаю, тут несколько сейвов делать не имеет смысла. Утесы созерцания. Посозерцаем. Посозерцаем лапшу. Доширак. Вот и я. А что насчет тебя? Мне же интересно, что ты отворился у тебя. Тебе так интересно? Ну, почему бы нет? Да, мне это интересно. Ну, ты же был куда моложе, чем я сейчас. Не, представь себе, я гораздо наглее тебя. Я-то вообще никого не слушаю. Мнился я неуязвим. Никто не мог со мной справиться, пока он не поставил меня на место. Меня выгнали с позором, и всем стало ясно, сколько я самонадеян. Ты прям бессмертный, говорили. Так прозвище и пристало. Ничего себе. Но ты вернулся живым. Больше никому такое не удавалось, и, по-моему, это достойно уважения. Нет, это правда, то есть он каким-то раком вернулся живым. А не врет ли он? Продолжим испытание. Может быть... Кстати, помните, мы его спросили про вид? То есть, помнит ли он вот эти виды? И он сказал, что типа он не особо смотрел по сторонам. Вы не думаете, что... Может, на самом деле он врет нам, и он не дрался, а лишь пытается подбодрить нас? Вполне может быть. Смотря на эту пещеру, у меня появляются всякие мысли в голове. Ай, стоп, это не пещера. Хотя... Похоже на дыру в земле. Мне интересно, где в мире игры это находится. То есть, такое ощущение, что я нахожусь... Явился на смерть, в аду. Опять умереть захотелось. Это забавно, но не более того. Тебе не достает его убеждения. Чего? Того, кто ступал по этим пещерам 30 лет назад. И слушая наших стенаний, он шел вперед, невозмутимый. И целеустремленный. Но перед генералом он оказался бессилен. Перед генералом?
И если даже он потерпел поражение, не знаю, что и про тебя сказать. Генерал? Крутые галоши, кстати. Мне кажется, вот в моем родном городе в таких только и ходить. Ух ты! Постой, а почему он разблокирует путь к испытанию? Он тоже хочет что-то пройти вместе со мной? Мы вдвоем его пройдем? Лаврус попытался бы тебя отговорить, как он в свое время пытался отговорить меня. Но? Почему? Потому что тот, кто хочет стать щитом короля, может рисковать своей жизнью только ради государя и более никого. Даже себя самого. Ты готов рисковать собой впустую? Я навсегда запомнил эти слова. И он был прав. Я едва живым ушел, и при этом ничего не добился. И что? Будешь так стоять? Нет. Но я хочу в последний раз предупредить тебя об опасности, которая тебя ждет, как твой отец предупредил меня. После того, как ты ступишь за эту дверь, пути назад уже не будет. И на выручку тебе никто не придет. Один неверный шаг может стать для тебя последним. Ничего, справлюсь. Может, принесу тебе сувенир. Сувенир, черт возьми. Мне бы еще самому оттуда выйти. Просто вернись и все. Гладиус. Береги себя, Гладиус. Почему он назвал Гладиус? Окей. Бросьте вызов мастеру клинка. Я, в принципе, готов бросить этот вызов, да? Повело прохладой, ощущаю его присутствие. Ну что ж, пусть приготовится. Это оно? А, вот он теперь. Че, это что, уже финальный бой? То есть мы дошли до финала за час? Это не совсем финал, но если это финальный бой, я буду немножко разочарован длиной DLC. Ух ты, какой туман. Хм. Да, он будет драться в какой-то сложной битве, а у меня палец порезан, когда я сыр резал. У меня причем даже кровь не идет, когда я режусь. Просто отметина остается, и она чешется. Мне кажется, что я вампир. Хвастаю своей силой? А что, для тебя это слишком? Ух ты, постой, мы уже деремся с гильгами. Да, вот это идеальное начало для боя. У него даже уровня нет. Чёртов Гильгамеш. Няш-мяш. Гильгамяш. Черт возьми. То есть, я его даже ударить не могу. Он настолько сложный. Я тоже так умею. Постой, мы бьем одним и тем же ударом. Мне кажется, сейчас кажется, что это его отец или типа того. Было бы очень странно. Гильгамеш, что типа бога, ведь, да? То есть он неплохо фехтует. Я понимаю, это такой же тяжелый бой. Ух ты, ух ты, ух ты. Черт, вообще не могу двинуться. Когда он начинает свою серию, это просто такое что-то. Лишь отсрочиваешь неизбежное, о недостойный. Это напоминает Dark Souls, серьезно. Во всех отношениях настоящий Dark. И Souls тоже. Что же мне делать? Просто сдаться и умереть! Возьми, я слишком неосторожен. Разве ты пришел сюда не за тем, чтобы привыкнуть другим заблудшим душам? Я пришел показать, что я достоин. Я это покажу! Музычка такая, кстати. Музычка типа I'm a hero. Или просто I'm a her. Извините за мат. Я не смог удержаться. Немножко, я немножко зря применил свою спецспособность. Чё тут, уклонись, уклонись. Иди от него. Стой там, Гильгамеш, отлично, подставляйся дальше. Мразот. Да, мой щит не выдерживает его, даже не блокируется. Но ему сказано, что даже неблокируемые удары теперь я могу заблокировать. Видимо, мне нагло набрали. Видимо, все-таки какие-то удары остаются
мною не блокируемый. Ух ты! И секрет в том, что вовремя заблокировал. Ух ты, ух ты, ух ты. То, что ты полагаешь, только на свою силу указывает на слабость характера. Это верно. Множество недостойных встретили здесь свой конец. И с тобой будет то же самое. Я пришел доказать тебе, что я достоин. Где он? Черт возьми. Да Гиль, конечно, сбил меня прицел, чувак, ты виноват. Ладно, пока не будем ничего применять. Так, у нас зелий не так уж и много, на самом деле. Он уязвим! Кстати, мы почти его победили. На всякий случай, кстати, я бы зелье все-таки принял. Да! Нет! Он жив! Твою мать! Ты силен, но до сих пор пока страх сковывает твое сердце. Ты будешь тратить свою силу впустую. Ух ты, он здесь двумя руками дерется. Напугал. У меня есть еще кое-что интересное в запасе. Уж тебе-то я точно не уступлю. Поставь, что интересное, я что-то не слышу ни про какие секретные способности моего персонажа. Знаешь, он машет плечом. Он был прав насчет него. Он куда сильнее, чем я думал. Но я не сдамся и буду биться до конца. Наверняка он, знаете, это как злодей выходит специально, говорят тебе, что ты слабый, чтобы ты больше напрягался, что ли. Ну или вот такие, скажем так, мастера меча. Он просто пытается тебя разозлить и заставить сомневаться в тебе. Как бы в этом суть их всех слов. Землетрясение немного что дает против этой твари, но окей, как почему бы не применить, что-то у меня остался один пух феникса и зелье. Действуем осторожно, мы справимся, друзья. Возможно. Я в себя верю! Я чертов мастер меча! Возьми, ну ладно, пух феникса. На самом деле, на последних уровнях сейчас было очень мало чего для сбора, поэтому... Кстати, в этих наушниках, которые сейчас на мне вообще очень классно играют, то есть звук получается просто секс. Так что, если вы хотите классный звук, можете по ссылке в описании перейти, и там эти наушники можно прикупить. Кстати, скоро промокод им будет у меня и... будут со скидкой! Возьми, что я делаю? Мне кажется, мы не выиграем. Черт возьми, у него два меча. Давай, Гладио, нет! Гладио! Что ты делаешь? Гильгамеш! Гильгамеш, тихо! Гильгамеш что-то разъярился, Маус. Вам не кажется, что он... Мне кажется, ему не нравится, что я пытаюсь его победить. То есть он явно не радуется. Вот, наверное, когда ты понимаешь эмоции своего противника. Может быть, я был слишком резок. Мне кажется, я слишком подставлялся, да. Все, это конец, друзья. Это конец. Нам не встать. Мы не встанем. Это конец. Я не справился. Я не смог. Кончено ли это?
Останусь ли я здесь лежать навсегда и смотреть на черный экран смерти? Нет, я попробую снова! Я выиграю! После часа! Олень! Эти эмоции от целой, ну может быть не час, но минут 40 было. Тяжелый бой. Не совсем такой сувенир, как вам я думал. Я далеко не сразу это понял. Ты прав. Я и вправду боюсь. Боюсь признаться себе, что... Возможно, действительно не гожусь на то, чтобы выполнить свой долг. Ну что ж, я хотя бы не уйду с пустыми руками. Пожалуй, мне пора. Пусть моя сила мускула, а не твоя. Я буду защищать Нокта. По-другому я все равно не умею. Вот слова истинного щита короля. Страх и сомнения приводят лишь к смерти. Тот, кто боится увидеть свои недостатки, никогда не станет настоящим щитом, но ты, помирившись с самим собой, доказал, что достоин. Избранному королю повезло, что ему служит такой человек, как ты. То есть... Постой, у него косички? Я не заметил этого вначале. Вместе с этим глефом я передаю тебе свою силу. Где ты? И забрал ее у человека, который впечатлил меня своей силой воли. Этим самым лезвием он отнял у меня руку. Я не могу ее принять. Если он еще жив, этот обладатель стоил столь сильного характера, то он наверняка уже давно перерос привязанность к материальным вещам. Пожалуй, ты прав. Ну что ж, тогда не откажусь. А теперь ступай. Твой разум свободен от сомнения, а воля более не скована страхом. Не должно последнему королю сойти в бой без своего щита. Не должно, господи. С бой меня так утомило, я даже читать не могу. Еще раз спасибо. Аж плечо устало держать контроллер, это был жесткий бой, правда. Вы его сами видели, большую его часть, просто он повторился еще раз за 4, пока я последний раз не осилил. Ты справился? И переоделся заодно, а то... И быстро-то как? Я впечатлен. И еще я вот что оттуда принес. Подумал, ты обрадуешься. А я все гадал, когда я видел. Возьми ее. Такой сувенир куда лучше, чем шрап. Что, черт, он... Корни хочет взять меч? Ладно, буду сам с ним играть. Интересно, он добавится в инвентарь? Знаешь, он сказал, что дам мне бумна, потяну руку в бою с одним безбашенным парнем. Ну, не совсем это сказал. Вот, этот парень произвел на него большое впечатление. Дескать, у него была потрясающая сила воли. Чтобы пройти испытание, но его ли недостаточно, нужно безупречное мастерство владения мечом. Не сможешь одержать верх в бою, уйдешь ни с чем. Не знаю, судьбу слава, тот парень вряд ли стал бы настраиваться. Он сказал, тот уже должен был быть слишком стар, чтобы переживать из-за материальных вещей. Гладиурас. Я надеюсь, в свете сегодняшнего триумфа ты почувствуешь себя более уверенно. Очень немногим могут похвастаться таким достижением, даже без смертной кожи. Ну да, но зато у меня нет такого крутого прозвища. Хотя все равно рад, что прошел испытание. Теперь я могу наконец сказать, что всецело готов исполнить свой долг. Слава. Любимое слово японцев, сука. Ну что ж, тогда пора щиту топать обратно к королю. А то перепугается еще раз.
Ну да, я помню, его тогда в игре не хватало нам. Не хватало тяжеловика в тот момент, когда Гладио ушел. Было грустно без Гладио, честно. Было грустно, когда я играл. Я еще думал, куда свалил? Чем он там занимается? Оказывается, он не пьянствовал, а проходил испытания. На самом деле, вопрос в том, действительно ли это было нужно, то есть чисто сюжетно. Так вот откуда. Ну, что скажете? Очень перпендикулярно. Хорошо дополняет то, что получил, когда спасал Нокта от того времени. Ага. На этот раз мне самому крепко досталось. Судя по его рассказу, маршал там тоже порядком влетело. Да ладно. Он больше был тем еще храбрецом, раз отважился на битву. Да, отец говорил, что он был тот еще живчик. Если мастер Кенка ушел, так куда во время правления короля-основателя, значит он слоняется в этих стенах уже 2000 лет? Долгий срок. И все это время он ждал явления истинного короля, да уж, ты не торопился. Что я могу сказать? Зато не зря ждали. Ой, ну не надо. Да уж, не надо. То, что у тебя теперь есть щит, не значит, что ты можешь спокойно подставляться под удар. Ну, если что, я буду готов. Красивое завершение. Конец. То есть, не нужно гадать, что мы подошли к концу. Игра об этом сказала. То есть, это должно было быть смешно. Я хотел пошутить, но у меня ничего не вышло. Постой, это эпилог? Еще что-то? Дальше должно быть DLC про Промта и про Игниса должно выйти где-то в сентябре, по-моему. Ух ты, это не конец. Что это за... А? Это Промта. Трейлер его дополнения? Промта? Почему мы в снежной пустыне? Что это такое? Кого он хотел застрелить? Эпизод Промта, Final Fantasy 15. Бог знает, когда выйдет, но мы будем ждать. 06.02. Июнь уже не будет скучным. То есть у нас есть как минимум одна классная игра. Дополнение. Обычная сложность. Час 33, щит Резбон Короля. Я получил дополнение. Это мне, видимо, сертификат дали. Типа, ну ты неплохо справился. Поделиться свидетельством. А с кем я могу им поделиться? С Facebook, что ли, его отправить? А, окей. Не-не-не, ну нафиг. Я, можно я выйду от... Нет, я не хочу. Нет, нет, не хочу, иди нахрен. Фу, кое-как выбрался из этого меню, из которого я не мог выйти. Режим погоня за рекордом. Вы открыли финальный... А, то есть я могу снова перепройти этот бой. Вы получили катану Гензы. Это, видимо, можно использовать в игре. Вы выучили искусство Глефа, мастер двух мечей. Вихрь с тем, чтобы нанести разрыва... О, то есть получается, я теперь получил новую комбинацию. Проблема в том, что я не собираюсь проходить, перепроходить Final Fantasy в ближайшее время, поэтому мне это не сильно поможет. То есть это, конечно, классно, что мне дают вот что-то такое, но... О, давайте почитаем. Нет, видимо, читать мы не будем. Грустно. Что же, мы прошли, а зал славы это что такое? Это типа мы сертификаты, да, мы рекорды. Давайте посмотрим рекорд какой-нибудь главный. Тут есть вообще рекорд? Что-то ни хрена нету, пусто. Ну ладно, бывает. Что же, это все, то есть мы прошли дополнение, ждем DLC с Промта в июне. Естественно, я буду играть, что вы обо мне думаете? DLC, во-первых, дешевое, во-вторых, ну не очень длинное, но в принципе его можно растянуть. Я считал, что оно идет 2-3 часа, черт возьми, нас снова обманули, причем на целых два раза. Я не знаю, как играли люди, которые проходили его 2 часа, то есть окей, может быть я его проходил 2 часа, если учитывать, что я переигрывал последний бой несколько раз, чтобы пройти его. Но черт возьми, кто-то писал 3, это как играть нужно, чтобы 3 проходить? То есть это, наверное, вообще нужно не понимать, что ты делаешь, не уклоняться и просто прыгать на врагов с криком «Я викинг!» или типа того. Ладно, это было интересно, то есть... прикольно, но я разочарован, я ожидал большего. То есть игра вышла в ноябре, камон, что вы сделали за все это время? Это все? Это все, что вы смогли? Это все?
Что-то одно разочарование. Концовка The Walking Dead разочаровала. Это, что это? Это... Что это за дополнение? Я ждал сюжета, я ждал, что будет что-то крутое. Где? Где крутое? Почему мне, по сути, дали... Ну, как в Resident Evil. Ну, если в Resident Evil это прикольно, то здесь я не уверен, что я хочу переигрывать. Я не уверен, что мне хочется пить какой-то рекорд. Ну, зачем? В принципе, ну окей, ладно, это неплохо. То есть, лучше, чем ничего, возможно, вернуться в мир Final Fantasy. И музычка, честно говоря, могла бы быть лучше. Мне не особо понравилось. В оригинале, в самой игре она круче. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось, оставляйте палец вверх. Пишите, что вы думаете об этом дополнении. Как оно зашло, не зашло. Всем пока и до следующего дополнения, до следующего видео. Нас ждет еще мафия. The Walking Dead, перепрохождение. Вы думаете, я забил на это? Нет, просто всему свое время. И чертов Dark Souls 3, где я просто разорву себе одно место. До следующей серии.